если отвлечься вот от этой биографической части и вернуться опять-таки к браку, который состоялся в 1889 году, то для этого медового, так скажем, месяца отношений со своей супругой характерна поездка для отдыха на Темзу. Путешествие на реке в компании своей супруги, вероятно, в какой-то мере способствует появлению идеи написания нового произведения, которое обессмертит имя Джером Клапки Джерома, «Трое в лодке, не считая собаки», о путешественниках, которые в лодке отправились для отдыха на Темзу. Кстати, характерная деталь, о которой мы не можем не сказать. Если, так сказать, роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Марии Гюго в свое время привел к невероятному интересу, так скажем, туристов зарубежных к этому собору, расположенному в центральной части Парижа, то, соответственно, роман Джерома привел к не менее серьезному туристическому буму в отношении реки Темзы, протекающей через центральную часть Лондона. И, как мы видим здесь, роль, сыгранная литераторами, создавшими талантливые произведения, акцентированными на объектах культурного наследия или на, так сказать, замечательных природных объектах, послужила в данном случае действительно, так сказать, всемирному интересу к этим объектам со стороны сначала их читателей, а потом и многих других людей, которые стали посещать эти легендарные места. Сюжет этого произведения, в общем-то, хорошо известен нашим читателям, нашим кинозрителям. Хотя нужно сказать, что отечественный кинофильм, в общем, выстроен сюжетно как некий, так скажем, любовно-романтический комедийный сериал, что, в общем, не имеет ничего общего с произведением Джерома Клапки Джерома, где женские персонажи присутствуют весьма косвенно, относительно. И, собственно, все произведение выстроено вовсе не на любовных приключениях, а на связанных между собой эссе, рассказывающих, раскрывающих образы этих трех персонажей. И в большей части, так сказать, содержательной этого фильма в конечном итоге все эти эссе воспроизведены в разных видах, как некие отвлечения, отступления и так далее. Но на самом деле Джером не писал, так сказать, авантюрной, любовной такой интрижки, которая, так скажем, потом родилась в сценарии литературном к отечественному фильму. Вот. Но, тем не менее, весь прекрасный, так сказать, джеромовский юмор был очень хорошо в этом фильме представлен и обыгран нашими талантливыми современными российскими, советскими тогда еще артистами. Затем появляются другие произведения Джерома, которые, так сказать, уже характеризуют его в различных, так скажем, возрастных ситуациях. Если, так сказать, вот эти первые произведения характерны для молодого Джерома, есть, так сказать, период
уже зрелого писателя. И есть, конечно, период уже, так скажем, писателя возрастного, престарелого, перед, так скажем, самой его, может быть, даже смертью в 27-м году, которая последовала. И от инсульта или по некоторым свидетельствам от сердечной недостаточности, но который предшествовал такой определенный, так скажем, депрессивный период и, соответственно, появление соответствующих, так скажем, не совсем джеромовских литературных произведений. Творчество Джерома Клапки Джерома представлено у нас многими изданиями его произведений, прежде всего, конечно, «Трое в лодке, не считая собаки», и его продолжением «Трое на велосипедах путешествуют». Но наиболее, наверное, представительным является вот такой трехтомник, который был издан в Санкт-Петербурге Невской рекламно-издательской компанией в 1992 году. Пожалуй, вот этот трехтомник дает нам наиболее целостное представление о творчестве Джерома Клапки Джерома. Для него специально переводились актуальные редакции произведений Джерома. Вместе с тем он, конечно, далеко не полный, потому что, скажем, в нем представлена только одна пьеса Джерома, хотя общее количество приближается к трем десяткам и так далее. То есть, конечно, здесь сконцентрированы в основном преимущественно главные произведения писателя. Итак, в первом томе размещены «Трое в лодке, не считая собаки», «Трое на велосипедах» и рассказы, ранние в основном рассказы. Во втором томе крупное произведение, значит, которое называется «Как мы писали роман». И также рассказы, это уже, так сказать, относится к несколько более позднему периоду. И в третьем томе, значит, роман «Пол» или «Поль» в некоторых редакциях «Келвер», рассказы и пьесы. Ну, из пьес, как я уже сказал, здесь, значит, представлены две пьесы «Мисс Гоббс» и «По течению». Ну, рассказы здесь относятся к разным периодам творчества Джерома Клапки Джерома, которые, соответственно, отражают то или иное состояние души и творческий настрой этого писателя. Следует, конечно, сказать несколько слов о романе «Пол» или «Поль Келвер». По, наверное, признанию самого автора отчасти и по мнению критики, этот роман автобиографичен. Он рассказывает о детстве, молодости самого Джерома, хотя, так сказать, есть различия, так сказать, биографические с тем, что реально, так скажем, было связано с биографией писателя. Но, тем не менее, общие, так сказать, моменты, связанные с детством, молодостью, взрослением, утратами, приобретениями, тяготами жизненными, они вполне достоверно отражают судьбу самого писателя. И не случайно возникают впоследствии и у критики, и у литературоведов мнение о том, что в своих центральных произведениях Джером Клапка Джером очень сильно проецирует творчество
своего литературного отца Чарльза Диккенса. Так театральные его заметки многие соотносят по духу и по содержанию с очерками Боза диккенсовскими. «Трое в лодке, не считая собаки», ассоциируют с посмертными записками Пиквикского клуба, а Пола Келвера увязывают с известным романом Диккенса о Дэвиде Копперфильде. На самом деле, конечно, те традиции, которые в предшествующий период, собственно, в начале 19 века и в середине 19 века даже заложил Чарльз Диккенс, не могли не повлиять на творчество последующего поколения писателей, к которому относился Джером, Клапка Джером. И здесь, конечно, нужно сказать, что ведь это характерно не только для Джерома, это характерно для очень многих писателей, которые так или иначе занимались английской романистикой, и они не могли полностью отойти и от реалистических, и от мистических, и от романтических, и от многих других начал, заложенных в английской романистике Чарльзом Диккенсом. Конечно, и в конечном итоге даже детективно. Да? И поэтому, конечно, такое сравнение можно проводить не только с произведениями Джерома, можно проводить с произведениями других писателей. И мы всегда увидим некие проекции литературные, так сказать, вот этого, так сказать, гиганта английской литературы на писателей последующих периодов, которые, тем не менее, безусловно, обладали собственным авторским стилем, манерой и достоинствами, которые поднимали их произведения на определенную высоту и делали их имя значительным в английской литературе, может быть, даже не менее значительным, чем великое имя Диккенса. Есть еще один момент, который, наверное, тоже можно упомянуть. Это биографический в большей степени момент, но и не только биографический. Это момент, который тоже, опять-таки, роднит Джерома с Дойлем. Это Первая мировая война. Как я сказал, это люди одновозрастные, поэтому к началу войны они достигли предпенсионного возраста, если Дойля не взяли в действующую армию, когда он просился. То же самое произошло с Джеромом, и в конечном итоге он все-таки умудрился попасть на фронт, в действующую армию, в самые опасные, так скажем, места событий Первой мировой войны в качестве водителя санитарной машины. И надо сказать, что события военные очень сильно повлияли на творчество последующей Джерома, который, когда вернулся с войны, как отмечали его и литературные секретари, и его товарищи по перу, что мы увидели совершенно другого, раздавленного вот этой ужасной мясорубкой человека, который побывал в самых, так скажем, серьезных военных операциях и видел воочию, так сказать, жертв войны. И очевидно совершенно, что Джером Клапка Джером в своих послевоенных произведениях выступает откровенным, ярым пацифистом. Вот, собственно, и все основные моменты, которые мы можем сегодня высказать в отношении жизни, творчества
замечательного английского писателя, писателя-юмориста в большей все-таки степени, которого мы именно таким и воспринимаем, наряду с многими громкими именами того времени, не только в Англии, но и в других странах. Это Джером, Клапка Джером.